Многих болезней можно избежать, если вовремя принять меры. Сделать комплексное обследование здоровья люберчане могут в единый день диспансеризации. Очередной такой день состоится в регионе 12 октября. На медосмотр жителей округа приглашают все поликлиники Люберецкой областной больницы. Нужно прийти в свое отделение с 9 до 13 часов. При себе иметь полис, паспорт и СНИЛС. Следует обратить внимание, что услуга доступна для каждого люберчанина раз в 3 года. На этот раз это граждане, рожденные в годы, которые сейчас указаны на экране. Всем привет, я Луиза, а вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки, и вы будете в курсе самых интересных событий.